Друзья, всем большой приветик! С вами Алиса, и мы играем в Симпсоны Спрингфилд. Ну что, вот пока у нас был такой небольшой перерывчик в игровых видео, в общем-то, я потихонечку начала перестраивать свой город. Это так сложно, как оказалось, когда много всего нужно сделать. В общем-то, пока сделала уже окончательно две части. Это я доделала участок, где у нас еврейская синагога, еврейский рай. Здесь же у нас, как называется, райские качели, там, где живет у нас Иисус, и Вавилонская башня. В общем-то, они такие красивые здесь с облаками, я решила их объединить. Добавила здесь, вернее как, он тут и стоял, в принципе, просто доукрасила статую Христа. И сделала такой небольшой пруд. Ну, в общем-то, и все. В принципе, если появятся еще какие-то декорации на тему верующих, всякие праздничные штучки красивые, то можно будет легко вставить на пустые места, либо же поубирать эти деревья. Также, что еще? Начала я, в общем-то, прятать ненужные штуки. Процент у меня уже большой, достаточно. Мне пончиков я накрутила, пока на первое время мне хватит надолго. Как видите, я спрятала здание Хайтс. Очень много отсюда. Парковки. Сейчас, секундочку. Мышка не очень слушается. Уменьшила количество здесь. Как помните, они так шли по кругу. Вот оставила, получается, здесь всего 5. И вот 2 парковки. Эту часть я тоже буду уменьшать, потому как слишком большой квартал получается. В общем-то, эту часть я планирую сделать такую какую-то элитной, что ли. Тут будут высотки вот такого плана города, ой, здания. Также здесь будет sci-fi часть, какое-то, ну, здание из будущего. Ну, в общем-то, пока идея такая. Самое сложное, как оказалось, это группировать сейчас этот склад. Так что не пугайтесь, кто будет заходить ко мне в город. То, что не будут узнавать то, что есть. Также я уже окончательно доделала территорию по нашему обновлению игр. Я уже, ну как сказать, оно мелькало в видео, скорее всего, этот участочек. Ну, этот я построила сразу, а вот этот все крутила, вертела, крутила. То мне так не нравится. В общем-то, уже решила оставить. В общем-то, вот так он у меня выглядит, этот квартальчик. Поставила также я сюда, называется, симулятор работы во дворе. Вот эти геймеры. В принципе, осталось у меня где-то одна или две толпы всего лишь геймеров. Всех поставила сюда. Жалко, оказалось, что я их реально мало купила. Ну, жалко было, конечно, по 10 пончиков, но я могла бы и больше реально купить. Ну, в общем-то, буду обходиться уже тем, что есть. А, и также, да, спрятала здесь здание с пончиками. Вот, помните, здесь сколько было? Фермы и домов убрала. В общем-то, глобальная перестройка. Я думаю, пока все. Что будет происходить еще новенького, буду обязательно вам показывать. Вот, а теперь давайте мы с вами откроем фотоальбомчик. И у нас сегодня анимация «Мелочевка», «Куча кошмаров», «Китайский ресторан», «Воздушный шарик щекотка» и «Шато Мезон». Какое-то такое французское красивое название. Кто же у нас будет первый? Такой вот красивое здание. И получите, распишитесь. Ну да, оно не страшненькое, оно красивое. Давайте, наверное, поставим пока в старый уголок. А там уже будем смотреть. Симпатичное. Класс. Такой вот уютный домик. Класс, мне нравится. Гамарчик.
эта старая винодельня находится в ужасном состоянии. Я бы позвонил в ассоциацию частных предприятий, но мне уже все равно. Ну, насколько я помню, Иисусу вино нравилось. Приложив немного усилий, мы бы быстренько организовали производство отличнейшего каберне. Ну-ну, попробуй, Фландерс. Серьезно, те нависшие балки в винном погребе представляют опасность. Заставить Неда отремонтировать шато. Окей, давайте отправим Неда. Он у нас всегда рад помочь и сделать доброе дело. Ух ты! Класс! Спасибо, я обожаю подарочки. Бесплатненькие, к тому же. Уф, пришлось попотеть, но старое шато готово к производству вина. Блин, я никогда раньше так долго не ждал возможности выпить. И мне пришлось все время, пока я ждал свое пиво, лицезреть физиономию Мо. Ага, если ты умудряешься напиться, глядя при этом на мою морду, то тебе под силу все, что угодно. Заставить Барта топтать виноград. Ух ты, давайте, конечно, отправим Барта на свободе. Вы слышали, что он сказал? Что-то на французском ругался. Прикол. Вот это такой сюрприз. Офигенная анимация просто. Еще, знаете, такую французскую музычку. Как он топчет. Класс. Супер. И четырехчасовое задание. Очень мне нравится. Спасибо за подарок. О, слышали? Класс. Кто желает бокальчик Мерло? Только не после того, как я увидел, как Барт по нему топчется. И конец. Вот такой давайте посмотрим еще раз на виноградик. Прикольно. О, видите, мы его сами можем топтать, нажав всего лишь на мониторчик. Ну что, погнали дальше. Эх, воздушный шарик. Ну, конечно, хорошо, пусть будет. Но у меня уже такой есть. Будет еще один. Ну, вот так. Два родственничка. Один большой, второй маленький. Куча кошмаров. Наверное, мы его отправим в Хэллоуин. Название говорит само за себя, в принципе, да? От всего, что в этой куче лежит, у меня мурашки по коже. Ага, не дождусь, когда папа тут все повыбрасывает. Но знаешь, где-то там лежат наши старые костюмы для Дня всех святых. Ты прав. Я спасу тебя, единорог, изуродованный грунтовой водой, отравленный ядохимикатами. Это у нее костюм такой был? Единорог, изуродованный грунтовой водой, отравленный ядохимикатами. Обалдеть. Лиза тут себя просто обошла. А я должен спасти чувака из One Direction, которому гитарным медиатором прямо в глаз попало. Заставить Барта искать костюм и Лизу туда же. Ух ты, три раза. Ну что делать? Будем отправлять. Не услышим мы больше французской речи от Барта. Да, очень интересное задание. Не, ну вроде бы там что-то трясется, когда Барт выполняет задание, видите? И вот сейчас я пытаюсь запомнить, и мы когда заберем, сравним, посмотрим разницу.
Ух ты, краснющие страшные глаза. Да. Все, глазки уже не горят красным, а просто черные, не такие страшные. И третий раз. В куче кошмаров появилось новое задание с костюмом ко дню всех святых. Так, пальчиком заставить Шону искать костюм. Ух, ребята! Снова? Как-то это не очень прикольно. Какой-то вот вообще... Какой прикол в этом? Какое-то оно совсем не страшное. И где эти костюмчики? Ага, вот. Вот в чем смысл. Надеть костюм для двоих. Возможно, те, кто выполнят вот эти задания, они тоже будут попадать в тот списочек. Сейчас сравним. Шона уже третий раз отправится. Yes. Так. Да, и Шона сюда. Ну, в общем-то, друзья, я даже не знаю, какой смысл, блин, проходить Керни. Сколько их будет, этих... Ну, ладно. Раз уже делаем, так делаем до конца. Звуки он, конечно, выдает смешнючие. Третий. Я надеюсь, их не 35 штук будет людей тут проходить это задание. Так. Нельсон туда же. Ой-ой-ой, Бартик, тебя зацепили. А давайте наденем костюм и посмотрим. А то как-то они прохладно... Ух ты! Боже, какой страшный смех. Давайте их всех поодеваем. А, блин, нужно было одеть только одного. Как жалко-то. Я думала, сейчас мы всех тут нарядим в костюмы. Как вам Бартик? Видите, у него сумочка в виде тыковки или это, ну... Вряд ли это настоящая тыковка. Пошел за конфетками. Да. Ну давайте пройдем еще Нельсона, посмотрим. Если там еще кто-то, то я на этом остановлюсь. Жалко, что нельзя отправить, как, например, тостер-бутерброд, но... Где-то где он стоит? Кстати, мусорный бак. Вот этот зомби, тостер сказала. Зомби-бутерброд, который отправляет всех-всех, кто есть в этом списочке. Это очень классно, когда все становятся зомби. А здесь получается только один. Да, друзья, тут, походу, это бесконечно, поэтому давайте не тратить время. В общем, суть понятна, я думаю. Вот она, анимация мелочевка. Поставлю я ее пока возле студии Красти. Возле парка Красти. В общем-то, у меня сейчас самая большая проблема — это перестроить парк. Мне так жалко его трогать, если честно, но придется, так как появились новые декорации, нужно их как-то встроить. Ну и плюс вот эти вот здания, съемочные площадки, я тоже хочу поставить где-то недалеко возле парка. Телевидение умирает, и я с гордостью признаю в этом свою вину. Джереми. Руководство канала, между прочим, не такой простой чувак, проходящий мимо. Как вице-президент студии, я должен создавать только программы, которые понравятся среднестатистическому зрителю. Но я не смогу этим заниматься, если стены в моем кабинете будут не того цвета.
Итак, посмотрим, какой цвет говорит «Я трудолюбивый руководитель, которого волнует только создание шоу». Пожалуй, лучше освободить себе расписание на следующий месяц, чтобы думалось спокойнее. Заставить Джереми изучать облупившуюся краску. Ну давай, изучай. А куда ты пошел? Вот, правильно, забыл, где работаешь. Пусть будет белый. Дальше образцы ткани для дивана. Лучше отменить все встречи на август. Классно он работает. Слушайте, чем он вообще занимается, помимо выбора ремонта? Найти подходящее для среднестатистического зрителя шоу было бы гораздо проще, будь у меня возможность пообщаться с одним из них. Придумал? Найму среднестатистического зрителя себе в помощники. А теперь надо найти самого простого человека на планете. Заставить Джереми провести собеседование с Клетусом? А ну сейчас ответьте в комментариях, кто из вас тоже подумал, что это будет Гомер? А тут, оказывается, Клетус как-то про него забыла. Почему у нас не Гомер в центре всего? Мистер Спаклер, вы бы назвали себя обычным среднестатистическим человеком. Чего? Вы именно такой, каким я всегда представлял людей, не относящихся к сфере шоу-бизнеса. Вы наняты. Чегось? Бедняга еще не понял, куда он попал. Клетус, как самый обычный человек, что бы вы хотели посмотреть по телевизору? Что произносит, что приносит вам счастье? Когда Мишка, который у нас на задах живет, в зимнюю спячку впадает, тогда он наших детишек не дерет. Вот оно, мое новое шоу. Я его просто обязан сделать. Отполируйте мои ботинки, пока меня не будет. Заставить Джереми пойти на прогулку, а Клетуса варить мазь для обуви. Так, пошел ты на прогулочку. Давайте уберем этот... Раздражает меня. Все. Перекрывает. Вот так-то лучше. Ух ты, ничего себе. Я вот только не хочу опозориться. Я все время забываю, как эти штукенции называются. Но я их обожаю. Класс. Ну давай ты прокатись уже, а. Ты будешь кататься, Джереми? Стоит типа, ой, я так устал ездить. 35 километров проехал. Давай уже едь куда-нибудь. Стоит только, выделывается. Так, а Клетуса давайте отправим варить мазь. Нет, он никуда не собирается ехать, смотрите. А жалко, было бы очень прикольное задание. Представляете, он бы на нем ездил. А, расстроили. Есть. Ну и что, лентяй, тебя тоже ускоряем. О, о, поехал. Вы это видели? Только я собралась его собирать. Он проехал три клеточки. И вот опять он устал и опять вспотел. Ну, блин, ну ладно, ждать уже не будем. Клетус, пока мы с вами тут говорим, 500 украинских артистов снимается в нашем шоу «Барри Медведь в спячке». Прикольно. Которая появилась благодаря вам, простому среднестатистическому зрителю. Да я ж просто сказал, что люблю, когда медведь спит. Кто станет смотреть шоу про сон? Мое новое шоу провалилось. Я неудачник. Это не так, мистер Джереми. Черт, да вашим ногтям любая барышня обзавидуется.
дам вам номер моей маникюрши, мой бесхребетный друг. Но сейчас мне пора уходить. Заставить Джереми вручить уведомление. Так, вручаем. Пора воспользоваться теми многочисленными навыками, которые я развил в себе за 10 лет в шоу-бизнесе. Заказать обед, подобрать галстук под носки, заказать кофе. Просто молодец, 5 баллов. Я ошибался. Я знаком только с телевидением. Это означает, что я не знаю ничего вообще. Я верну свою работу. Я им нужен. Я же такой учтивый, а такие люди на деревьях не растут. Заставить Джереми позвонить. Мирное задание. Смотрим. Как все сложно, видите? Такой крутой перец. Ну, ничего, такое задание мне нравится. Но вот то, как он катался, я специально потом отправлю. Мне интересно будет потом наблюдать, будет ли он кататься далеко по городу или нет. Так, дружище, ты сегодня какой-то странный, вот вообще далеко не идешь и прячешься. Хорошо, ускоряем. Диана, это Джереми. Я хочу вернуться на работу, но умолять не стану. Потому что я тебе нужен. Я неудачник с богатым послужным списком. Если что-то пойдет не так, я самая подходящая кандидатура, на которую можно все свалить. Что скажешь? Я согласилась уже на слове «неудачник». И все, все. Джереми, молодец. Все, отправляем тебя на... Так, больше нету, да, всего лишь 2 задания анимированных на 4, на 8, которые мы видели. Опять бедняга. Сразу же устал, хотя никуда не поехал. Ну и давайте вытащим последний китайский ресторанчик. Нет, чуть-чуть дальше, вот сюда. Ах, мальчик мой, наконец-то площадка для наших празднеств построена. Ага, что бы делали евреи в Рождество, если бы не китайские рестораны? И что бы делали китайские рестораны, если бы не евреи? Пусть гои едят свой праздничный гусей. Я собираюсь как следует вгрызться в цыпленки генерала Цо. Заставить красть и наслаждаться пищей. Одноразовое задание. Наслаждаться пищей. Смотрите, какое он красивое стал. Обалдеть. Класс. Сейчас мы выдвинем. Давайте вот так. Очень красиво. А среди снега будет еще красивее. Сейчас посмотрим, осталось ли украсть это задание. Стоять. На 8 часов было, да? Считать деньги, станцевать. Нет, к сожалению, не осталось. Странно. Ну, кто знает, может, ответьте мне в комментарии, кто из персонажей может выполнять задание, ну, как какое-то здесь, там, кушать, я не знаю. Красть, оказывается, уже не может. Эх, жалко-то как. Ну что, друзья, на этом все. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.